наконец-то приехали в Самару. Погодные условия не позволяли нам сюда добраться. Просидев в Казани около получаса, мы все-таки прилетели. Здесь жутко холодно, но терпимо. В ожидании ужина с участницами конкурса едем в гостиницу. Несмотря на то, что всего 5 вечера, в Самаре уже кромешная темнота. Мы наконец-то доехали до гостиницы. Говорят, что это лучшая гостиница в этом городе. Ну, мы посмотрим и, главное, будем знакомиться с участницами. Начнем? Здравствуйте, меня зовут Марина, я директор корпуса. Два дня, точнее, целых 3 дня я буду вас установочными историями, танцевальными, помогать вам в шоу. Мы будем ходить, учиться, привыкать к сцене. Вечером будет жеребьевка. Жеребьевка будет проходить на нулевом этаже в боулинге. Девушка подходит к мячу, берет любого цвета мяч, поворачивает, и мы видим, какой номер у нее будет на шоу. Сегодняшний день подошел к концу. Сегодня мы познакомились с девочками, наконец-то поужинали, решили завтрашним днем. Завтра у нас будут танцы. Сегодня нас фотографировали для визажа. Ну, в общем, тихо, мирно. Мне все понравилось, но я очень жутко хочу спать. Спокойной ночи.